Привет, мы сегодня вот такие лобсы. Не лобсы, а лолы. Да, точно. Мы открываем вот такие шары. Там должны быть какие-то питомцы. Наверное, котики, может быть, собачки. И какие-то к ним аксессуары. Да? Будем открывать два шарика сразу. Будем смотреть, где у нас лучше что попадается. Смотрите, какая собачка с очками. Угу. В наборе тут может попасться 35 разных вариантов. Что, открываем потихоньку? Откроешь? У меня первая какая-то наклейка. А у тебя что? Нет. Что, нету? Может, тут внутри? Странно. Что-то бракованный какой-то. Что, забыли положить? Вот что значит, наверное, не оригинальный копия. Видишь, у меня есть, у тебя нету. Давай следующий тогда уровень. Подожди, а что здесь? Здесь непонятно что, честно говоря. Какие-то стрелочки, 13. Пятница, 13. Что будет интересно под следующим слоем? У меня ничего. А нет, есть наклейка, нашел. Это что? Это она, наверное, показывает. Не можешь? Давай помогу. Здесь, наверное, показано, что они подмигивают, плюются. Писают, наверное, и плачут. А у тебя две теперь? А, такая же? А, как и у меня. Ложи. Одинаково. Испугался. Угу. Давай открывай дальше. Потом хотел улыбнуться. Но не смог. Вот фотографии такой. Что, открываем следующий? Дальше уже, наверное, будут питомцы. Ну ладно, последний. Надо рвать. Один слой у меня получился, а третий второй. Слоем ничего? Ну что, открываем? Ну что? Кто у тебя, как ты думаешь, собачка, котик? Ну и котик. Давай, открываем. Угу, что-то, ну, угу, тяжело открывается. Так, ого. Ого. У тебя все рассыпалось аж. Даже со силой. Ручка. Это у нас будем делать, да, наверное, корзиночку. Итак, кто тебе попался? Вот такой кот. Мягкий, прям мягкий на ощупь. Прям ударилась. Ничего страшного. И тапки, да? Кстати, давай, давай, поотрываем. На, одевай. То есть резиночки. Угу. У нас еще ошейник, наверное. И баночка, конечно, слишком так... большие. Большие, понятно, тогда не одевай, ставь рядом. Так, а кто у меня попался, смотри. Такой же самый. Пиздяшки. Да? Интересно, кто это нам попался, как ее зовут? Интересно, интересно. Дай-ка посмотри. На картинке такой даже нету. Дай-ка посмотреть. И такой же набор. Тапочки. И корзинка. Конечно, куклы не сравнятся с оригинальным. То есть копия не такая уж и яркая. Ну что? Да нет, там нету похожих. Ну, наверное, они плачут, подмигивают. Давай соберем, может, эту подставочку под них. Ручку ж надо. Для корзинки.
Все, сумочка готова. Одна. Это твоя. Они же одинаковые. Куда убегает? Колобок. Я тебя съем. Да, такие, конечно. И тапки разные у меня попались. Смотри, две летних и две каких-то... Вернее, два больших и два маленьких. Вот это собирают, да, игрушки? Да. Вот это чудят. И ошейники вот такие. Ну, это ошейники. Попробовать его одеть. Это, наверное, вот так себе. Ну, да, конечно, не ахти игрушки. Что, пьет? Нет, не держится. Можно только так, да? Да, вот такие вот копии лолов у нас попадаются. Если нас видят, то ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Пока-пока. До новых встреч!